25 лет назад в Металлогорске творились самые удивительные вещи на Земле. Группа «Яичный свет». С них все началось. Началось движение, которое впоследствии назовут «Металлогорским чудом». Лидер «Яичного света» Сопля покрывался татуировками просто усилием воли. У нас тут множество артефактов. Я как-то не очень понимаю в такой музыке. Меня Марина, кстати, зовут. Марина? Я собираюсь провести гигантский фестиваль, посвященный металлогорскому андеграунду. Это вандер-элемент. Извлекает истинную музыку абсолютно из всех предметов. Его изобрел Сопля. К сожалению, он сломан. Скажите, у вас постоянно есть работа какая-то? Просто хочется поближе познакомиться, раз вы с нашей Мариной. Здорово, чувак! Как ты там? Ну, вообще-то у вас много будет. А у нас в роду прям с каждым поколением все хуже и хуже. Надо делать фестиваль. Непонятно, что там будет после родов. Я не хочу тебя ломать. Нам нужно как-то крутиться. Просто надо мечтать, Маринка. Вы что, совсем охренели, что ли? Пол первого ночи! У меня жена беременная! Вообще прикольно играете. Это все не то. Пока я сам не попробовал это делать, бейте. Я вообще больше не хочу про это слушать. Ни про яичный свет, ни про Костолома, ни про Соплю, ни про кого. Чудес не бывает. Вандер-элемент работает! Жизнь в фантазиях, конечно, прикольная, но цена слишком велика. А может быть, я весь покроюсь татуировками на этом фестивале? Я не знаю. Ты веришь мне? Я верю только, когда ты рядом. У любой херни внутри есть музыка. Где произошло одно чудо, там, возможно, и другие. Вообще у любой. Улыбайтесь. Это из нее идет.